Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале и приглашаю вас приготовить со мной сегодня вкусный, простой и в то же время необычный ужин. Итак, начнем. Для приготовления тефтелек мне понадобится свино-говяжий фарш. Я уже как-то раньше готовила такие тефтельки. Но они немножечко другие были, более нежные, и я в том видео проводила эксперимент. Сегодня будут у меня более плотные, без добавления сметаны тефтельки. И они будут в сливочном соусе, также запеченные в духовке. Я беру мерной ложечкой и скручиваю вот такие одинаковые шарики, для того, чтобы их в дальнейшем обжарить на сковороде на растительном масле для жарки. Я сейчас на сковородку налью это масло и буду брать аккуратно каждый шарик, обмакивать в панировочные сухари и опускать на сковороду для обжаривания. В состав этого фарша входит лук, яйцо, соль, перец, ну и сам свино-говяжий фарш. Вот такие шарики, они обжариваются с обеих сторон. И когда я увижу, что с одной стороны уже шарики обжарились, я их переворачиваю, чтобы равномерно они прожарились. Форму для запекания я переместила тефтели. И сейчас налью туда сливки 35% жирности. Я на кухне использую жирные продукты, немного, но в меру. И считаю, что много масла, либо каких-то сливок не бывает. От этого продукты становятся только вкуснее. Убираю в духовку запекаться. На это же место сковороды я ставлю другую сковороду, более с высокими бортиками. И у меня есть вот такие лисички. Эти лисички мы заготавливаем летом, либо осенью. Всей семьей ходим в лес. Это наш особый ритуал. Мы обожаем такие грибочки. Эти лисички отварены в соленом растворе. Заранее разрезали, почистили, отварили. Перекладываем вот такие пакеты. Я фасую по 1 литру и в морозилку. Когда мне надо зимой, я достаю, размораживаю и использую эти лисички. Всем рекомендую, если у вас рядом лес, в котором растут грибы, обязательно их заготавливайте. Это такой полезный и вкусный продукт. Итак, у меня сегодня будут вот такие лисички, жареные, капустой, паприкой и луком. Они, наверное, будут тушеные, а не жареные. Более это похоже на тушение. Ну вот, посмотрите на этот процесс. Я добавила лук сюда, красный и белый, две головки. Вся жидкость из лисичек выпарилась. И вот, как я показываю, с луком и с паприкой я обжариваю лисички на небольшом огне, то есть где-то семерка. Потом беру свежую капусту, половинку от этого кочана сегодня я покрошу в лисички, добавлю. Целый кочан будет в этот раз многовато. То есть я экспериментирую и всегда за то, чтобы на кухне использовать продукты, которые есть уже в наличии. Так получается вкусно, потому что можно разные придумывать блюда. Полезно для бюджета семьи, потому что используем то, что есть. Ну и самое главное, интересно, это творческий процесс. Итак, я накрыла крышкой и поставила тушиться. Посмотрите, тефтельки в сливках уже готовы. Это очень ароматное и вкусное блюдо. Они такие сочные получаются. Я накрою фольгой форму до тех пор, чтобы блюдо не остывало, пока мы начнем его кушать вместе с капустой. Капуста доготавливается.
У меня есть пучок укропа. Я порежу укроп и насыплю сверху капусты. Вот так. Сверху блюда. И накрою крышкой еще на пару минуточек. Все. Ужин готов. На тарелке у меня еще морковный салат. Его готовили наши дети. Не получилось снять, потому что они быстро его сделали. Однако вот такой ужин получился. Вкусный, полезный. Я вас всех благодарю за просмотр. Посмотрите, какие грибочки аппетитные. Готовьте у себя, творите на кухне. Вам хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо вам большое и пока-пока.